Как вы думаете, какой самый многострадальный в мире народ? Конечно же, азербайджанцы. Тут и думать не приходится. Именно азербайджанцы за свою древнюю историю перенесли ни много ни мало аж 5 геноцидов. И что немаловажно, выжили. Аллах сахласен, как говорится. Причем надо признать, что 2 геноцида из 5 лежит на совести славяно-русов, как их называют азербайджанские учебники. А если учитывать, что за армян в Карабахе воевали против азербайджанцев не армяне, а русские, то получится не 2, а 3 геноцида от русских. Итого русские истребляли азербайджанцев 3 раза, а армяне 2 раза. Такую эпопею придумали для своих учеников в Министерстве образования Азербайджанской Республики. Видимо, поэтому муаллимам азербайджанским ничего не остается делать, как после рассказов о древних азербайджанцах и геноцидах переходить к педофилии. Правда, законной. Но это их дело. А мы поговорим об азербайджанских геноцидах и рассмотрим эту проблему во всех позах, а точнее с 8 главы учебника истории Азербайджана с вызывающим на смертный бой названием «Набеги славян» и далее в преамбуле. Исконно азербайджанские земли всегда подвергались нападениям чужеземцев. Современная агрессия армян на самом деле ничем не отличается от иноземных нашествий, происходивших в прошлом. Факты вторжения чужеземцев на наши земли отражены в нашей истории. А как происходили славяно-русские набеги? В чем была причина их нашествий? Наш гражданский долг заключается в исследовании и изучении исторических фактов. Любопытно, что в азербайджанских учебниках истории принято забегать вперед на 1000 лет. Заметьте, текст о 10 веке начинается с современной агрессии армян. Далее по тексту, в отрывках. В 914 году славяне вновь предприняли военный поход на берега Каспия. Этот набег славян, вторгшихся на наши земли с сильным регулярными войсками, отличался от предыдущих. На этот раз они использовали более мощный флот. Ради прохождения через территорию хазарского каганата они заверили хазар, что передадут каганату половину захваченной добычи. Заручившись поддержкой, славяне перешли в наступление. Они совершили ужасающие грабежи на Апшеронском полуострове. Славяне, укрепившись на островах Пирлахи, Зиря, Зембеля, Сары и другие, совершали набеги, чинили бесчинства над мирным населением, брали в плен женщин и детей. Одно только то, что славянский флот ударил в 914 году по Азербайджану, уже мистик. Но если даже это предположить, то стоит задуматься, где древнеазербайджанским детям было бы лучше. В плену у славян в Киеве или Московии, или же среди этих учителей. Но я снова отвлекся. Читаем дальше. После 30-летнего перерыва славяне вновь в 944 году совершили набег на берега Каспия. На этот раз лакомым куском для них был город Барда. Барда перешла в руки врагов. Город был разграблен. Славяне потребовали, чтобы бардинцы в течение 3 дней покинули город. Мирное население, не пожелавшее покидать родной город, было истреблено. Согласно данным источников, в ходе этой трагедии были убиты примерно 20 тысяч бардинцев. 20 тысяч. 1000 лет назад. Только представьте. И это учитывая, что по переписи 1979 года в Барде проживало 24 тысячи человек. А нынче чуть больше 39. Если бы не русские, то нынче в Барде проживало бы как минимум в 5 раз больше азербайджанцев. И не важно, что среди тех убитых бардинцев вовсе не было азербайджанцев в современном понимании.
что там жили в 944 году предки удин, лезгин, армян, евреи, зороастрийцы. Напомню, это был второй геноцид азербайджанцев в истории этого народа. А возможно и всего человечества. Даже прилагается самиздатовская карта набегов славян на Азербайджан. Обратите внимание, Закавказье ими вовсе не подписано никем и ничем. Важно, что в уме мы знаем, что это Азербайджан. Но одно упущение так и сделали. Учитывая, что в эту эпоху предки сегодняшних азербайджанцев жили в Средней Азии, за Каспием, оно у них так и подписано – государство огузов. Каким образом в Закавказье образовался азербайджанский народ, неясно, учитывая, что сами огузы еще в Средней Азии. Судя по этой карте, полагают, что древние азербайджанцы размножались сперматофорами. Я поясню, что это. В биологии некоторые виды, такие как осьминоги, палочники, различные членистоногие, размножаются сперматофорами. Это когда самцы находятся в одном месте, а самки в другом. Бывает даже, что за несколько сот километров друг от друга, и они никогда не встречаются. Самец лишь транспортирует собственные сперматозоиды в определенной капсуле. Эта капсула сама достигает ареал самок и оплодотворяет ее через клоаку самки. С человеком, конечно же, такое не может произойти, даже если муж на Черкизовском, а жена в Сумгаите. Но на то они и азербайджанские учебники. Чем шайтан не шутит? Все что угодно может быть. Между тем, из курса истории мы знаем, что была битва славян в Барде с местной армией. Только при чем тут азербайджанцы? Вот настоящая карта, независимая, не самиздатовская, первая половина X века. Видим регион. Барда находится в Ширване, а Азербайджан, который еще не тюркский Азербайджан, находится далеко от Барды, там, где ему и надлежит находиться, южнее Аракса. И входит он в государство саджидов. Он даже не независимый. Между тем, на севере мы видим независимое армянское царство. Что касается саджидов, то они такие же азербайджанцы, как Хомейни Мойша Цукерман. А саджиды происходили от старинного иранского сагдийского рода правителей Афшинов области Уструшанав в Средней Азии. Это область Таджикистана. И если уж придавать национальный окрас династии, то саджиды были таджиками. Так что после первых двух геноцидов азербайджанцев наступила золотая эра в истории этой страны. Тысячи лет никто не трогал азербайджанцев, покуда Грибоедов не привез из Индии хаев и не поселил их на азербайджанские земли, назвал их тюркским племенем армяне. Но они захотели больше, армяне, дескать. 1905 год. И снова геноцид. Геноцид, устроенный уже армянами над азербайджанцами в Баку. Нормальному думающему человеку вряд ли в голову придет, как национальное меньшинство геноцидирует национальное большинство в их же столице. Тем не менее, есть забытый дневник губернатора Баку Александра Новикова, который четко описывает происходящее в Баку, и он был очевидцем тех событий. Свой дневник он издал в 1906 году. Вот он здесь в полном оригинале. Их нынче, этих оригиналов, всего лишь считанное количество. Один из тех старых изданий я выкупил и переиздал на собственные средства. Заинтересованные, кстати, могут заказать его, перейдя по ссылке под этим видео. Я вам ее со своим автографом обязательно вышлю. А заодно будет ваша лепта в развитии антитопора. Последующие два геноцида, 18-й год и Ходжалы.
Мы не раз поднимали эту тему, и по 18-му году спрос с Мишади Азизбекова, а по Ходжалы спрос с вашей власти. А еще лучше с Кремля, ведь вы сами говорите, что за армян воевали русские. Вот и спрашивайте с русских. До скорого!